И на сцене участник под номером 12. Начинают свой разбег, позабыто все на свете, сердце замерло в пути. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Смывая высшие ели, не ведая ветра, крылатые качели летят, летят, летят. Крылатые качели летят, летят, летят. Синицкая Анна. Спасибо тебе огромное. Ты прям нас в детство вернула. Такой котенок маленький, да, пел. Так вот сидишь спиной, думаю, кто же там на сцене стоит? Маленький, нежный, добрый котенок, да? Спасибо, надо еще заниматься. Такой шепот. Песня тяжелая. Немножко нервы, конечно, сдают, да? Но ты не переживай. И главное, слез никто не лейте, пожалуйста. Все будет хорошо. А самое сейчас лучшее, знаешь что? Что? Сладкие конфеты. Конфеты помогают от всего. Это точно. Ну, ты знаешь, на самом деле вы молодцы. Вы такую песню шикарную взяли. Вот каждый себя уважающий вокалист вот точно в детстве пел эту песню. Поэтому вы на правильном пути. А пока только крылатые конфеты летят в руки и в ротик. Ты молодец. Приходи к нам еще. Спасибо тебе большое.